Всем привет, с вами Ульки, мы продолжаем приключения, но относительно продолжаем. Я хочу сначала забежать на кошмар, первый лес, и посмотреть, есть ли там что-то интересное, стоит ли снимать это дальше или нет. Хотя нет, давайте все-таки будем мучить восьмую главу. Вот после восьмой главы мы уже уйдем на кошмар. Если там есть какие-то отличия, тогда будем снимать, если нет, то и хер с ней. Естественно, у меня на восьмой главе несоответствие уровню, несоответствие силе, несоответствие абсолютно всему, большей части персонажей. Но по большей части нам важен только один персонаж, это тот, за которого мы играем. Все остальные персонажи в компании, ну такое себе. От них важны только скиллы и по большей части ничего. Блять. Бешеный лед какой-то. Не, слушай, погоди. Я хочу попасть... Я хочу попасть туда куда-нибудь. Это же можно сделать. Ладно, нельзя, похрен. Просто дойдем вперед. И это немножко неприятно, потому что вот так вот мотаться по этому льду. Ну такое себе. Нужно будет о чем конкретно думать. Хотя. Так, это забрали, все, уходим отсюда. Йети, 63 уровень. Ну, скажу так, не такие они уж и сильные. То есть, в принципе, вроде не пробивают особо. Вроде не пробивают и получают урон неплохо. Ну, естественно, если будут боссы, то это уже будет намного сложнее и неприятней. А пока что более чем нормально. Мне прикалывает вот этот снегопад. Вообще, обожаю снег. И любые заснеженные места. И этот снегопад не исключение. Он весьма красив. Так. Тут ничего нету. Нет, пожалуйста, пощадите меня. Нихуя не вижу. Все, вижу. И что это? Это разбить можно? Это... Короче, с этим ничего нельзя сделать. Снеговик, который предупреждает нас об опасности. Что поделать? Вообще, хочу главу восьмую пройти только из-за... Из-за скина на эту. Я не помню, как ее зовут. На Коко. Прикольный скин. Так, тут не сдвинуть, это нужно с обратной стороны выходить. Я подожду, пока они поговорят, потому что мало ли они... Что-нибудь сделают и выдадут мне желтый куб. Бывало такое неоднократно. Но походу они ничего не сделают и поговорить с ними нельзя. Тогда просто забиваем хер на них. Пускай они пинают своих собратьев, друзей. Опачки. И как это достать? Это не подобрать, не достать, не разбить. Но по всей видимости нам нужно что-то, что будет растапливать этот лед. И я предполагаю, что это где-нибудь будет в уровне. Потому что без этого не пройти, не собрать. Соответственно, вряд ли этого не может не быть. Но пока что мы херачим ледяных големов. Блять, почему ледяные големы бьют огнем? Даже если не огнем, то вспышкой. Это как-то нелогично. Прям совсем нелогично. Ну вот, кстати, первые уже мобы, которых действительно сложновато убить. Но сложновато не в плане сложности, а сложновато в плане жира. Хотя по факту оружие прокачано на максимум. Ну, на тот максимум, который возможно прокачать. Персонаж это прокачан на максимум. Ну, на тот максимум, который, опять же, можно прокачать. Можно и сильнее сделать. Но, в принципе, на этот уровень хватать должно вполне. Так, что у нас тут? Ну, типа секреточки. Снеговик. Тут не пройти. И нахрена мы тогда сюда пришли вообще? Хорошо, убедили. Что-то полезное. Дневник. 16 августа. Готово к освобождению. Осталось найти горы и сокровища. Замечательно. Это первый наш дополнительный квест, который мы задолбаемся потом проходить. Так, собираем все остальное. Ты. Сожги кибеням это все. Не понял прикола.
Ну, что за прикол тут? Как бы должно же быть хоть что-то, как я могу пройти. Либо же это оставить, и потом где-то там, с другой стороны, можно будет зайти сюда заново. Это чисто мое предположение, не знаю, как это в действительности работает. Я подозреваю, что... Хорошо. И что вот с этой херней можно сделать? Прикольно. Это все? Или это только в эту сторону все? Нет, это только в эту сторону все. Знаешь, мне вот это не прикалывает, это эти кнопочки, блядь, которые не жмакаются, ничего. Мне не прикалывает этот, не котя... короче, вот этот неработающий ком снега. Какого хрена? Стой. Назад вернись. Еще назад. Вот тут проход есть направо. Как я мимо тебя прошел? Ага, понятно. Сейчас попробую тебя вниз катить. Потом сюда. Ну, скажем так, катить, в принципе, его можно. Только катится он, конечно, через жопу. Вот, замечательно. Опять бомбы. Ладно, берем одну с собой. Выкидываем, подрываем, забираем сундук. Прекрасно, великолепно, замечательно. Вниз как бы попасть, интересно. Что у нас тут? Серега. Собственно, так серега, которая нам нужна. Теперь вопрос, как попасть туда. Но туда, я думаю, можно будет попасть слегка позднее. Либо же нужно просто расхерачить еще одну эту херь. Ну, почему бы нет? Ради прикола. Проходов нету? Нету. Точно? Точно. Тогда уходим отсюда. И идем вниз. Так. Сюда. Аккуратно. Бешеный. Стопы. Да не, это же как-то можно подобрать. Просто только как. Ладно, я потом над этим подумаю. Опять вы. Что-то они, блин, какие-то снеговики эти. Ну, они, конечно, не снеговики, морозные черти. Любят всех попинать. Сначала там этих пинают, теперь тут пинают. Зачем они провинились? Мы, конечно, об этом позднее узнаем, но все равно интересно. Вообще, какие-то все тут агрессивные. Там бьют людей, тут бьют людей. Я вон турист, ты не пройдешь. Это мост смерти. Если ты хочешь пройти через мост, нужно ответить на три вопроса. Первый, кто ты? Я величайший кузнец в мире. Второй, что ты ищешь? Я ищу оружие, чтобы сломать, усовершенствовать. Последний вопрос. Какой твой любимый цвет? Чувственный красный. Хорошо, можешь проходить. Этот мост выглядит старым. Я могу починить его своим молотком. Нет, 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 спасибо, просто иди. Да что с ним не так? Первый, кто ты? Я тот рыцарь Снежного Королевства. Второй, что ты ищешь? Я хочу принести мир своему королевству и горе Шевериан, победив ледяную ведьму. Последний вопрос. Какой твой любимый цвет? Черный. Нет, розовый. Розовый. Пошел нахуй. Второй, что ты ищешь? Забавно, какой коэффициент вязкости при объяснении движения слизня? Ты чё, ебанулся, блядь? Да я не знаю. Я не уверен. Зашибись. Вообще, я не помню, на что это отсылка, но... Легенда, что ли, такая есть, или миф, легенда, но вот... Я не помню, короче, этой хрени. Но это довольно старая хрень. С этими вопросами. Со стражником, который типа отвечаешь верно и проходишь, если там что-то замешкался, либо не ответил, то ты нахуй идешь. В сказках это было стопудово. Давай в эту сторону. Так, сначала соберем, а потом уже пойдем в все остальное место. Да, конечно, с этим льдом меня уже бесит это все. О, привет, как дела? Поговорим?
Не хочет со мной говорить. Зачем мне туда? Точняк, поехали. Нет, это, конечно, хорошо, но я пока не хочу на выход. Я бы по каким-нибудь секреточкам полазить. Если среди нас и правда ледяная ведьма. Да, конечно, есть. Ты в этом сомневаешься. Кстати, пещера. Ну, как я и сказал, будет проход еще во вторую пещеру. Вопрос только теперь... А, нахуй. Понятно, вопрос снят. Ну что ж, нам остается всего лишь собрать 10 приколюх, 10 снежинок и 2 этих пламени. Но если со снежинками все понятно, то где эти кубы есть, хер его знает. Ладно, возвращаемся. Пошастаем там еще. Просто в любом случае выход, а туда нам еще рано. Это у нас выход в самое начало, но пока мы туда не пойдем. Вообще, мне каким-то хером нужно попасть обратно, откуда я пошел, потому что там был... Там этот был факел, который мне нужен. Скорее всего, нужен. Но как туда попасть, я не знаю. Хотя нет, почему не знаю, я знаю. Просто обойти вокруг заново. Сюда, сюда и сюда. Так, снеговики вы бешеные. Мало того, что избивают людей, так еще дорогу всю закрыли. К слову, ну в пропасть отсюда не спрыгнут, ладно. А то мало ли. Вообще там по-любому что-то должно быть. Но там вроде ничего нет, ладно, плевать. А че ты... Стой. Какого хрена ты от этой херни так? Все, поехали. Направо. Ну да, как я и сказал, мне эта херня будет нужна. Соответственно, сейчас нужно еще вернуться в самое начало и забрать одну из этой херни в самом начале. Ну, предположим. О, пингвин. А нет, это человек. Вау, спасибо. Я почти получил криоконсервацию. Да, я журналист-турист. Но нет, я не хочу путешествовать во времени. Добавишь меня на Фейсбуке? На случай, если снова потерять. Мир глазами титанов. Ты также можешь прочесть мои записки путешествия. Вот, спасибо еще раз. Хорошо, путешествие. Вот я не знаю, либо мой косяк, и там я увидел Фейсбук. Либо все-таки косяк уже переводчик, и там действительно написано Фейсбук. Потому что в основном в игре это Фейсбрейк. Вопрос остается открытым. Ладно, вопрос закрыт. Короче, нам нужно возвращаться в самое начало и спалить все к ебеням. Это довольно долгий путь. Ну, не долгий, конечно, но... Неприятно, скажем. Слушай, а вот эти кристаллы нельзя распалить этой херней? Нет. Ну, в принципе, это было ожидаемо. Вообще, вот тут снеговик меня настораживает. Что-то он тут охраняет, либо предупреждает. А давай быстрее, слушай. Короче, походу мы одну херню пропустили, я честно не знаю, где ее взять. Так, давай направо, налево, вниз и по кругу, потому что, блядь, я не туда пошел. Сюда, сюда, сюда. Идеально. Скорее всего, одна из них вот тут вот где-то находится. Сжечь их нельзя, жалко. Я не понял прикола, а где эти? Походу, они не в самом начале были. А где они тогда были? Узнает, да? Ладно, все, вспомнил. И у меня времени занимает больше туда-сюда метаться. На лёд только не выкинь эту херню. Вот они. Вообще снеговики, получается, предупреждают о чем-то, что может быть где-то там лежит. Соответственно. Все-таки я пропустил одну херню. Я, честно говоря, даже не представляю, где я ее мог пропустить. Ладно, пускай эта херня тут валяется. Стопэ. Да, пускай она там валяется. Мне она больше не нужна. Бесполезная. И я пропустил две этих и одну эту.
Где их найти, я не знаю. Но, наверное, где-нибудь они будут еще, всплывут. В крайнем случае, можно перепройти несколько раз. Бесконечное количество раз, если быть точнее. Поэтому идем просто на выход. Не туда пошел. Принц, сколько людям еще нужно принести себя в жертву? Только сегодня ледяная ведьма убила более 30 наших человек. Генерал, ледяная ведьма просто легенда. Спокойно, найдите сначала улики. Как вы можете такое говорить, когда наши бедные снеговики страдают? Этот зловещий красный лед, символ ледяной ведьмы, племени инуитов. Мы должны арестовать этих животных сразу и допросить. Генерал Гаст, племя инуитов было нашими друзьями на протяжении долгих лет. Если ты используешь это слово еще раз, я тебе не прощу. Мой принц, кажется, слух, что вы влюблены в инскую девушку, правдив. Генерал, хорошо, если это то, чего ты хочешь, я буду защищать наших людей своими способами. Ты ублюдок. Угу. Вот эти таблички предупреждают о том, что поблизости есть какая-то приколюха. Но как в нее попасть? Вылазь, блядь. Тебя можно сдвинуть, хоть что-то сделать с тобой. Может быть, ее можно растопить? Короче, я проебал факел, и где его достать заново, я не знаю. Он, по сути, там внизу моста лежал, но его там больше нету. Проебал не в смысле потерял, а именно выкинул. В пропасть думал перекинуть, а он просто упал. Поэтому вот эта херня, которая тут находится, будет заперти сидеть до тех пор, пока я просто не перепройду этот уровень. Загрузка — это конец уровня или что будет еще? Мне просто даже интересно, где этот куб был и две еще вот эти херни. Вот реально интересно. Ну что же, на этом, собственно, я с вами прощаюсь. В следующей серии будет продолжение. Всем пока.